Здравствуйте! В эфире каждый день. Делимся с вами актуальной и полезной информацией от наших партнеров. Освещаем новости нашего города и страны. Говорим о прогнозе погоды на ближайшие сутки. Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 29-31 июля. Согласно прогнозу, в ближайшие дни синоптическую ситуацию над Казахстаном по-прежнему будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром. 29 июля в зоне сильных осадков окажутся восточные и юго-восточные регионы страны. Весь период в Актюбинской области 31 июля, в Жамбылской области ожидается очень сильная жара – 40-43 градуса, говорится в сообщении. Сейчас о погоде по области. В Мартуке в субботу ночью плюс 20, днем плюс 36, в воскресенье ночью плюс 22, днем плюс 31. В Алге в субботу 19-37, переменная облачность, в воскресенье ночью плюс 29, днем плюс 31 дождь. В Хромтау в субботу ночью плюс 19, днем плюс 35, в воскресенье 20-31, переменная облачность. В Батамше в субботу ночью 19, днем 35, пасмурно, воскресенье плюс 20, плюс 31. В Шалкаре в субботу ночью плюс 21, днем плюс 39, в воскресенье ночью плюс 23, днем плюс 37. А сейчас о погоде в нашем городе. В Министерстве внутренних дел рассказали, какую помощь оказывают попавшим в рабство за счет бюджетных средств в Казахстане. Оказывается, 8 видов услуг – это социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические и правовые услуги, независимо от наличия факта возбуждения уголовного дела. Предоставляется помощь жертвам торговли людьми за счет государственного бюджета. Эти нормы распространяются на граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства, сообщил начальник управления по борьбе с торговлей людьми и защите участников уголовного процесса Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Самат Кусетов. Оцифровать все автомобильные мосты планируют в Казахстане. Цифровой каталог мостов планируют запустить в конце текущего года. Система управления эксплуатацией мостов призвана собрать воедино и перевести в электронный формат пока еще разрозненную информацию об инженерных сооружениях республики. На сегодня создан прототип программы и началось ее пробное заполнение. В базу внесут результаты обследования 20 мостов – Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областей. Для тестирования алгоритмов программы отобраны автомобильные мосты в самом плохом состоянии. Как только система будет полностью готова, эксперты начнут вносить информацию по остальным объектам. Всего в Казахстане на дорогах республиканского значения насчитывается порядка 1500 мостовых сооружений. В компании «Нордгласс Актюбе» самый большой ассортимент стекол в наличии, самые выгодные цены, скидки и акции. Принимается оплата «Каспирет». Выбирайте лучших и лучшее «Нордгласс Актюбе». Адрес: проспект 312 стрелковой дивизии 24А. В компании «Профсервис» работают лучшие бухгалтеры и финансисты, которые целенаправленно связали свою жизнь с оказанием услуг по удаленному бухгалтерскому обслуживанию. Команда «Профсервис» постоянно обучается и совершенствуется во всех областях бухгалтерии и финансов. Доверяйте «Профсервис». Вы смотрели программу «Каждый день». Я желаю вам хороших выходных и до встречи на Первом городском.